Добрый день моим телезрителям YouTube канала «Скутили дальнобой». И пришло мне сообщение Telegram. Подписчик написал, что мне нужна помощь ваша. Ну что мы скажем? Проблема со скутером. Первая часть вышла, поломка скутера. Вот. Ну, мы начали перебирать очень много вариантов, что там заднему вариатору конец, как некоторые писали. То там в переднем вариаторе проблема с роликами, с ремнем, может быть. Тогда с головой, что типа заводка, плохо протерты клапана, плохая свеча, коммутатор, ну и так далее. Короче, весь скутер мы перебрали с подписчиками. Вот. Ну и я решил записать такое видео, что подписчик нашел причину. Причина в том, что в переднем вариаторе, когда он делал ревизию ремня, мерил, и он неаккуратно собрал передний вариатор, выскочил ролик, и он был поджатый, передний ролик. Поэтому он, получается, заводился с третьей передачи, грубо говоря, как автомобиль. Зависал, и ему не хватало мощности, грубо говоря, чтобы провернуть мотор. Нагрузка была большая, поэтому он плохо заводился. Когда при определенных оборотах набирает двигатель, вот, с помощью дрели, он заводился, кое-как работал. Вот, на месте, грубо говоря, ремень буксовал. Вот, горело сцепление, так называемое. Вот, он признался, написал мне, что благодарен за помощь, как и ему, что мы разобрали его проблему. Решил, он собрал, пересмотрел передний вариатор, посмотрел ролики, что правильно стали, пересмотрел задний тег-драйвер, и он заводится у него как новый. При этом он еще залез клапана, отрегулировал клапана, вот, ну как-то так. Так что не беспокойтесь, скутер на ходу, проблема решена. Проблема была в том, что ролик выскочил и подклинил передний вариатор. Вот так. Обратно собрал ролики, и все хорошо заработало. Ну, а кто смотрел, комментировал, спасибо. Вот. И кто смотрит меня, можете опять ко мне обращаться, и мы разберем каждую проблему вашего скутера. Вот. Ну, я специализируюсь в основном по скутерах. Это до 50 кубов и до 150 кубов. Это 157 двигатель и 139 двигатель, китайский. Япончики я не лажу, потому что у меня их очень мало было. В основном я на китайцах ездил, так что такие дела. Кому было интересно видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Ну, я постараюсь какой-то новой информации вам наскребать, потому что у меня немножко маленькие проблемы. Я купил машину, кому интересно, пишите. Я отвечу, если будет интересно кому-то, что там за машина куплена, какие проблемы, не новая, старичка, вот, машинку. Ну, как-то так. Ну, и как бы немножко до Нового года видео про мои скутеры не будет. Так что после Нового года займусь своими скутерами. Очень много интересного чего есть. Будем собирать 56-го и 51-го скутера Хорса. Вот, так что спасибо за внимание, кто смотрел меня. Ставим лайки, подписываемся.